нету зрителей, аплодируют, кончили аплодировать. Блин, ребят, мне такое классное настроение, я просто решила вот зайти и поделиться с вами, прям щедро спеть вам песню, классная песня, группа Демо, это та самая группа, которой раньше пела я, да и всегда пела я, после меня, конечно, это было уже не пойми что, а не группа, и вот одна из старых замечательных песен. Солнышко в руках. А не надоело оно вам еще? Мне кажется, солнышко в руках уже надоело. Я все время ищу какую-нибудь другую песню. Давайте какую-нибудь еще другую вспомним. Я ее быстро найду сейчас в Apple Store. И исполню. Какая еще есть песня? Певица Максим, хорошо отношусь. Но я знаю, что у нее там были некоторые трудности в жизни. Но она с ними справилась. И больше этих трудностей у нее, наверное, никогда не будет. Я очень ей этого желаю. Сейчас я запаркую быстренько машину. Оп-оп-оп. Я в Лос-Анджелесе. Это город, в котором я живу. Чего не в России? Потому что не в России. Потому что я живу в Лос-Анджелесе. Я давно сюда переехала, уже 6 лет назад. И мне здесь очень нравится. 2000 лет все голосуют за 2000 лет, смотрю большинство. Так, сейчас я секундочку прям буквально закрою эфир. Наверное, он зависнет на паузу. Но если зависнет, то я еще раз перейду.
Пам-парам-пам-пам. Удобнее. Вдруг ты турист и пришел снимать деньги, и ничего не понимаешь по-английски. Вот. Вот с вами сейчас снимем. У вас проще, ребят, у вас намного проще все с масками. Я разговариваю с российскими своими друзьями. В России все не так жестко. Здесь очень жестко, ребят, к сожалению. Ничего не могу с этим поделать. Вот видите, пошел человек сзади меня, он тоже в маске.
две дозы каждый должен сделать себе. И все, и мы победили пандемию, можно открывать бизнес, а людям нужно кормить детей, людям нужно платить за жилье, за еду. И, конечно, они от безысходности пойдут и скажут, ну хорошо, что ж поделать-то, ну давайте вашу прививку. И хоть испытание на нормальных не прошла, и не пройдет, и невозможно это, пойдут и будут колоться просто от безысходности. И мне реально очень жаль, прям вот очень-очень жаль эту всю ситуацию и людей, которые попадут в эту ситуацию. В Телеграме она кидает разные ссылочки интересные. И вот вчера уже Ticketmaster, такая крупная-крупная билетная система продажи билетов, да, на концерты, на ивенты, уже вчера выставили новость, что создается новая система, которая сможет проверять твой вакцинный статус, есть ли у тебя вакцина от ковида, и если нету, то на концерт тебе нельзя, на матч тебе нельзя, нельзя. А потом нельзя будет в самолет, а потом нельзя будет там в школу, ну в школу уже давно со школами жопа, понимаете? И вот это все туда идет. И люди от безысходности, потому что летать-то надо, ходить отшельниками жить-то сложно, потому что реально, ну как вот, мы без общества чахнем. Я вчера, когда узнала, что мои танцы, помните, у меня есть такие танцы на берегу океана, отменили. Это было мое единственное место, единственное сборище, скажем так, людей, где я видела людей, где я могла обмениваться с ними энергетическими какими-то, знаете, вот волнами, когда я чувствовала себя общностью какого-то события. Мы превратились в полных отшельников, а людей, если разъединить, вы же знаете, вместе мы сила, а когда мы порознь, когда мы разъединяемся, мы теряем свои силы. Почему люди издревле выживали, те, которые в крайне, прям вот, ну не знаю. Я не могу сказать, что грустно, я не могу сказать, что я спокойно на это смотрю, я раздражаюсь, честно признаюсь вам. Простите, я сейчас не читаю ваши комментарии, потому что слежу за дорогой, поэтому так уже от себячину несу. Ну, я надеюсь, что вы там как-то реагируете на мои высказывания, соглашаетесь или не соглашаетесь.
возможно, потому что я чувствую себя, что у меня вот начинает раскачиваться вот такое, расходиться раздражение от того, что я себя предаю. Я понимаю, что я никого абсолютно не защищаю, что меня тоже абсолютно никак не влияет, что если у кого-то одета маска, вирус проникнет, если ему будет нужно, в любом случае. И лучшее, что я могу сделать, чем вместо того, чтобы носить маску эту, я могу... гигиены правила соблюдать, да, определенные, поддерживать свой иммунитет, вовремя пить свои БАДы, которые мне там, восполнять дефициты микроэлементов в организме, могу ходить на солнышке гулять, витамин D вырабатывать, могу активный образ жизни вести, на массаж ходить, фитнесом заниматься, гулять вдоль океана. Там, ты не заботишься о населении, не носишь маску, значит, ты безответственная. Ну, долго же читать им лекцию, долго же объяснять людям все те нюансы, которые я объяснила только что вам. Ой. Про маски и хирурги. Я вам сейчас очень легкую параллель проведу. Спросите любого хирурга. Они носят маски не для того, чтобы вирусы свои не пускать. Для понимания, в маске дырочка, отверстие между волокнами масок в 40 раз больше. Было рандомное исследование еще до того, как пришел ковид к нам в мир. Было специальное исследование. Не было выявлено никакой взаимосвязи между инфицированием раны открытой хирургической с теми врачами, которые носят маску или не носят маску. Разницы не было в этом исследовании. Она защитит только от капель, которыми вот вы чихнете, если вы больной, если вы реально заболели, если у вас идут симптомы заболевания, вот вы чихаете, у вас сопли шлендруются, да, даже мы в допандемии времена...